занимался кексом на Луне. Такого ты точно не слышал. Не забудь подписаться, я Василиса, здесь будет много интересной информации. В 2002 году стажер Тед Робертс из лаборатории НАСА украл сейф с лунными камнями. Короче, чувак был по ходу дела супер романтик. Он со своей девушкой поднялся в отель, открыл сейф и разбросал везде лунные камни. И после этого они занялись страстной любовью. Даже потом обман скрылся, и его поймали и упекли на 8 лет за решетку.